Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 мая. Страдание святого мученика Милетия Стратилата и с ним 1218 воинов. Святой мученик Милетий жил в царствовании римского императора Антонина, занимал должность Стратилата и происходил из южных стран Галатийской области. Стратилат, значит, воевода, военачальник. Будучи христианином, он молился Богу о том, чтобы совершенно исчезло языческое заблуждение. Тогда бесы, видя свое уничтожение, вошли в собак и стали оплакивать свою погибель. Они ходили повсюду, выли, и этим наводили на людей страх. Но святой Милетий под властными ему воинами избил их и разрушил языческие храмы. За это Максимиан, правитель того города, где находился святой мученик, велел схватить его и стал принуждать принести жертву идолам. Но святой и слышать о том не хотел. Мучитель приказал тогда бить его железными молотками и подвергнуть другим мучениям. После этого святого Милетия повесили на сосновое дерево и прибили его к нему гвоздями, отчего он и скончался. Комитам же, Стефану и Иоанну, а также всем бывшим под их властью воинам, вместе с женами и детьми, их отсекли мечом голову. Так и скончались за Христа святые мученики в 218 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.